Мне кажется, что документ, где мы все вместе договоримся о том, что мы воспринимаем как наши традиционные культурные ценности, он нужен, важен, в том числе как то пространство, где договаривается общество, родительское сообщество и власть. Поэтому ну вот в этом смысле у меня здесь сомнений нету, в том числе как у руководителя профильной комиссии. Мне очень откликнулась идея тезис Сергея Игоревича о том, что должно быть управление по ценностям. Когда мы занимаемся управлением в сфере образования, мы пытаемся управлять очень сложным. И вот здесь, мне кажется, как нигде необходимо управление по ценностям. В прошлом году, как принято говорить, воспитание вернулось в школы, и большая работа по этому поводу сейчас ведется. И документ, который мы сегодня обсуждаем, мне кажется, должен здесь такую хорошую основу создать для того, чтобы мы все понимали, в каком направлении мы прикладываем свои усилия, и родители, и педагоги, и государство, какого гражданина и человека мы хотим выпустить из стен школ и стен там, СПО. На самом деле мы много говорим о каких-то академических результатах и до конца говоря о результатах таких нравственного воспитания, не понимаем, где на что опереться, то есть вот договориться о том, что мы все вместе делаем, в каком направлении движемся, мне кажется, необходимо.